Вот мы сейчас находимся сзади пансионата, бывший пансионат, сейчас, видимо, санаторий, электроника. Вот один из корпусов электроники. И вот сзади вот тут сделали красивую аллейку. И вот идет строительство. По одним данным, что это будет парковка. В газете написана статья, что это будет семейный пансионат. Кому верить, не знаем пока еще. Вот такая новая стройка в Кисловодске. Вот мы находимся сейчас возле центрального храма. Красивый храм построен здесь. Здесь вот тоже, видимо, деревья спилили, наверное, или парковку делают, или что, непонятно. Я даже не знаю, надо было ли это, вот эти деревья пилить. Вроде бы на вид здоровые деревья. Вот такие высокие стоят тут. Красавицы. Эта территория раньше была санатория Родина, а сейчас это относится к санаторию Димитрова. Осталось, конечно, вот тут еще дом такой интересный. Старые постройки. Людей не переселяют. Вот такой уголок тут. Храм святого великомученика и целителя Пантелеймона. Вот такой красавец храм стоит.